сегодня на ремонте шурупан аккумуляторный ГЦР-120, литионка. Что у нас тут по напряжению? Где он? 12-вольтовый. Поломка состоит в том, что при нажатии на кнопку максимально, и обороты начинают самопроизвольно плавать, так сказать. Ну, надо периодически, ребята, вот. И без разницы, на русской, не на русской, может работать, может так. Сейчас разберем, посмотрим, замерим напряжение после кнопки, что оно выдает. Разобрали, законнектились с тестером, сейчас посмотрим, что у нас за показания. Ну, вот так вот, чуть-чуть вроде плавает напряжение, но, как вариант, сейчас возьмем, отпаяем провода и подключим напрямую аккумулятор. Не рекомендую, ребята, подключать напрямую аккумулятор без отключения кнопки. Хотя бы плюсовую клемму обязательно нужно отключать, потому что может выйти из строя силовой тиристор на кнопке. Когда-то раньше я не по осознанности, не обязанности это тоже делал, но сейчас... Левел поднимается, мы этим уже так не творим чудеса. Почему мы отпаяли электродвигатель? Будем сейчас напрямую проверять. Потому что все-таки электродвигатель тоже может брать на себя какой-то период большую нагрузку. И кнопка может, так сказать, ну, либо в защиту почти уходить, либо сам электродвигатель вот так вот подхавывает напряжение. Что-то все четко работает, так что под замену кнопка и все, шурупан будет работать. Сейчас будем искать по модели кнопку и будем менять, заказывать ее. Ну что, зрители, такая кнопочка стоит 1000 гривен, оригинальная. Владелец говорит, копия есть, говорю, нет, вроде бы нету такой, не представлено. То есть он отказывается от ремонта, говорит, я куплю лучше новую. Ну как хотите, за ТО мы возьмем свою денежку небольшую. Если у вас есть инструмент, можете присылать нам в мастерскую, снимем контент. И, надеюсь, уже отправим вам отремонтированное устройство, которое будет приносить вам пользу. Связь со мной по Viber. Всем пока-пока.